Диагноз ДЦП не приговор. Родители 8-летней Даши Завражиной надеются на выздоровление дочери. Клиника, которая возьмется за лечение, находится в Санкт-Петербурге. Необходимы деньги? С просьбой о помощи семья обращается к запорожцам. Даша мечтает стать врачом-реабилитологом. Она не понаслышке знает, как необходима помощь инвалидам. Девочка учится во 2-м классе общеобразовательной школы, но обойтись на уроки без родных и одноклассников не может. А кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Врачом и реабилитологом. Или кем? Реабилитологом. В год девочке поставили диагноз ДЦП. Родители делают все возможное для выздоровления долгожданной дочери, но лечение в многочисленных поликлиниках не принесло желаемого результата. С последней надеждой родители обратились в детскую ортопедическую клинику в Санкт-Петербурге. Шансы на выздоровление есть, но для этого нужно провести дорогостоящее лечение. На одну операцию необходимо 120 тысяч рублей. Если это переводить на гривны, то это 30 тысяч гривен приблизительно. И таких операций необходимо 3. Между ними реабилитация, которая чуть-чуть дешевле, чем операция. То есть в результате мы так все сложили, и получается, что на реабилитацию, то есть для того, чтобы ребенка поставить на ноги, нам необходимо около 150 тысяч гривен. Это как минимум. Такая сумма для семьи неподъемна. Первая операция назначена на 21 ноября. Вот. Потом мы будем месяца 2-3 в гипсах. То есть гипс это будет по пояс, ребенок загипсован полностью. После этого мы едем в Питер, нам опять снимают эти гипсы. Идет разработка той части, которая была прооперирована. Дальнейшую реабилитацию Даша сможет пройти в Украине. Для сбора денег родные открыли счет, на который неравнодушные люди могут прислать деньги. Все желающие помочь могут обратиться по номеру телефона на вашем экране. Любая сумма – это шаг на пути к выздоровлению девочки. Намалюю маму, намалюю тату. Оце наш садочек, оце наші квіти, малюю та жалюю.